22 марта в областном молодежном центре «Химик» состоялся второй региональный фестиваль авторской песни и поэзии «Камертон». Об омском фестивале бардовской песни знают за пределами нашего города. Уже несколько лет сюда приезжают таланты со всех уголков страны. Ранее в Омске мы проводили фестивали «Наполни музыка сердца», «Доставай гитары барды». Но потом был небольшой перерыв, и вот фестиваль возобновлен. У него сменилось название, но суть его та же. То есть мы общаемся, встречаемся, поем песни от души. В этом году очень представительное жюри у нас, и приехала Раиса Нур, которую мы обожаем, и Павел Фахрудинов как представитель более молодого поколения бардов. Как и на всех конкурсах, это, конечно, мастерство определенное. Должен владеть человек гитарой, должен владеть человек голосом, но еще главнее все-таки личность самого человека. То есть, если человеку есть что сказать, и он умеет это делать, то тогда он проходит. Постоянные участники фестиваля – это исполнители и творческие коллективы из Омска и районов области, а также других городов – Новосибирска, Томска, Красноярска. И практически ни один конкурс не обходится без участия представителей Республики Казахстан. Мы приехали в большой компании, потому что все-таки мир авторской песни – это особенный мир. Мир внимательных слушателей, талантливых читателей, которые очень с большой нежностью относятся к песням друг друга. Вот идет по свету человек чудо, в голове его какой-нибудь пустяк, сердце видно что-нибудь не так. Среди всех исполнителей особенно отличался 11-летний Мич Александр Гавриков. С тех пор, как Саше подарили гитару, он не выпускает ее из рук. Впервые он принял участие в фестивале год назад. И уже с первого выступления ему удалось покорить зрительские сердца и завладеть вниманием строгих членов жюри. Первый вот этот конкурс, это был мой самый первый концерт-конкурс, где я выступал. Я очень сильно волновался, если честно. А потом уже... потом уже как-то начал привыкать и уже даже как дома петь. Мне учитель дает на выбор, 3-5 песен. И я выбираю вот из них, какая мне по душе. Вот эту песню, которую ты сегодня пел, как она тебе по душе? Она веселая такая, хорошая песня. Она о весне. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. Конкурсный фестиваль проходил в течение 3 дней. Все это время здесь царила особенная атмосфера тепла и уюта, за которой, собственно, и приезжают сюда участники. Лауреатов конкурса выявляли в нескольких номинациях: лучший исполнитель, музыкальный коллектив, автор и поэзия. В конце фестиваля конкурсанты пообещали вернуться сюда ровно через год, чтобы снова спеть на одной сцене. Называется весна, 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 весна.